Я бы хотел обратиться к нашим абонентам, к жителям нашего города и напомнить им о необходимости проведения оплаты за услуги по теплоснабжению. На сегодняшний день общая задолженность населения, а именно в нашей структуре потребителей это 90% объема потребления тепла, превысила 620 миллионов гривен. Большая настоятельная просьба, а как можно по возможности скорее оплатить эти долги, потому что от уровня оплат вас как абонентов зависит уровень расчетов предприятия за природный газ и получение предприятием номинации на поставку природного газа на уже март месяц. Что тарифы на сегодняшний день у нас действуют на уровне тарифов, которые действовали в 2018 году, то есть это утвержденный тариф 30 гривен 76 копеек за 1 квадратный метр, который пересматривается в зависимости от температуры наружного воздуха для потребителей, у которых нет приборов учета.